Всем привет, гости и зрители моего канала. Хотел бы вот отснять видео по поводу отливки пола. Все-таки решился я в этом году залить пол, потому что уже этот песок надоел. Вот, подготовил я пол, то есть сделал окантовку ямы с уголка 50 на 50. Вот. Соответственно, ну, яму опустил, видео, то есть уже как бы есть, там, как я усилил это все дело. Сетка у нас 100 на 100, толщина проволоки пятерка. То есть по подсчетам объем бетона сюда 5,6 куба. Гараж 5,5 от края фундамента до края другого фундамента 5,5. Длина гаража вот так 9,5 метров. Это по краям фундамента. Так 10 на 6. Значит, вместо подложек сделал я кирпичи. Подложил под сетку. Яму раскрепил всю. Сейчас туда еще и воды налил. Здесь вот яма. Понаваривал вот такие куски арматуры всякие. Вот. Торчат. То есть это чтобы уголок держало. Ну и соответственно здесь я заанкерился в арматуру. Просверлил, вбил и приварил уголок к ней. Сейчас вот проливаю весь этот песок водой. Поосел весь, где чего. Ну и чтобы из бетона влага не уходила в песок. Вот, на завтра заказан бетон 6 кубов и миксер с лентой. То есть он будет в ворота подавать, чтобы вот в этот угол, чтобы он не лопатами тянуть, а потихоньку он будет проливать. И все. Будем завтра принимать бетон втроем. Вот, заснимем этот процесс. Сейчас вот попролью еще песок. Немножко. Ну и завтра там в районе 10-11 часов должен прийти миксер. Еще попролью с утра, чтобы была влага. Вот. Так. Завтра засниму, как отливаем бетон. Маяки вот такие я сделал. Был у меня старый профиль. Здесь вот, чтобы если промежуток тут как бы узко, тут доской протянул. А здесь вот уж слишком широко, тут получается почти 3 метра. Вот я сделал такие маяки из профиля старого, там у меня с забора был, когда ворот делал, выпиливал, вот, чтобы не валялся, сделал из него маяки. Путки выпилил и, естественно, приварил к маяку и вколотил землю. Вот. А так, завтра засниму процесс, как будет все заливаться. Сержант, стоп.
Здесь видно, я буду сюда развиваться.
Кстати, уровень здесь поднялся, он дальше разливался туда. Да я понял. Что, давай пробуем. Thank you.
что она будет попасть? Да я. Да не может. Thank you.